Всем привет! Мы продолжаем покорять летний ивент, и сегодня мы сыграем в доджбол. Чтобы получить два предмета, это Китти-шляпа и водяной шар. Для выполнения этого ивента нам необходимо своим шаром выбить двух игроков, то есть отправить их в нокаут, и выиграть три игры за свою команду. И тогда мы получим эти два предмета. Напротив зеленой галочки показатель, сколько игроков вы выбили за игру. Если этот показатель равен двум или более, то вы гарантированно получаете приз. Следующий ивент проходит у нас в игре Парк Тайкон. И чтобы получить здешние призы, нам необходимо в первую очередь организовать водное пространство. Как только мы вырыли ямы и наполнили их водой, переходим к постройке нашего первого водного аттракциона. Чтобы наш аттракцион заработал, нам необходимо осуществить вход и выход на него с двух разных сторон. То есть выглядеть это должно вот таким вот образом. С какой стороны у вас будет вход, а с какой выход, разницы это никакой не имеет. После того, как наш аттракцион построен, нам необходимо, чтобы на нем прокатилось 30 человек. Чтобы отслеживать ход выполнения ивента, вы можете смотреть вот на эти задачи. Все задачи, которые выполнены, они отмечены справа галочкой. Мы выполнили с вами первую задачу и получили один приз, но нам нужен и второй. А для того, чтобы получить второй приз, нам необходимо поставить в парке фруктовые ларьки. Открываем раздел с едой и выбираем фруктовый ларек, он у нас самый последний. Эти ларьки должны продать 25 единиц фруктов, поэтому я решил поставить их целых 3. После продажи 25 единиц фруктов мы получаем второй приз. Ну вот и все, ребята, я вас поздравляю, мы вместе прошли с вами летний ивент 2017. Если вам это видео было полезным, то не забываем про лайки и подписываться на канал. Всем удачки, пока-пока.